Стиль «Прованс» в каждой драпировке. Любовь Орлова предпочитала так украшать свою любимую дачу. Ткани для обивки мебели заказывала за границей. Сервизы под стать все с намеком на весну, с цветочным орнаментом. Организаторы выставки сумели передать этот лейтмотив. И изучаем возможность ее отношения к этому нашему городу. Шуленосцена, на самом деле, правда же? Потому что чем больше известных, значимых личностей нашего Отечества связано с нашим городом, тем больше интересных город посещать и рассказывать о его истории. В Дар-музее коллекция попала в прошлом году по инициативе министра культуры Московской области. Владельцем столь ценных для звенигородцев экспонатов был известный актер Александр Олешко. В коллекции представлены предметы личного обихода и важные документы-подлинники Любови Орловой и ее супруга Григория Александрова. А это без малого 600 предметов. В этой витрине представлен комплекс документов, связанных с почитанием Любови Орловой в советском таком обществе. И большая часть документов представляет собой письма девушек, которые насмотрелись фильмов с Любовью Орловой и хотят стать такими же. Все говорят о том, что они пойдут в актрисы, требуют от нее совета, как стать актрисой, и подписываются зачастую как будущие Орловы. Например, подпись «Ада Орлова» есть. Из писем видно, что народная любимица Любовь Орлова перечитывала письма своих поклонниц и выделяла заметки, важные для себя. Об этом свидетельствуют следы красного карандаша. Вообще на выставке очень много рукописных экземпляров от именитых поклонников и друзей. В частности, автографы Сергея Образцова, Петра Капицы, Исаака Дунаевского, различные открытки с поздравлениями. А еще фотографии со съемочных площадок, оригинальные афиши 40-х годов. Организаторы выставки смогли передать атмосферу творческой и личной жизни актрисы, которая была скрыта от посторонних глаз. Приехать и погрузиться в мир Любови Орловой можно будет в течение 3 месяцев. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».